Новый учебный год в новой школе. Сегодня в столице Якутии распахнул свои двери второй корпус школы номер 17. Здесь будут обучаться 8, 10 и 11 классы. Всего 360 учащихся. Отметим, что в 2014 году коллектив школы поставил проблему перед администрацией города. И уже в ноябре 2015 силами правительства Якутии вопрос был решен. Чтобы разгрузить переполненность 17 школы, было решено покупать здание Центра развития ребенка «Оранжевый слон» на Петровского 10/4. Сегодня ремонтные работы завершены. Новое здание отвечает всем требованиям современного учебного стандарта. Сегодня на торжественной линейке учащиеся, педагоги и родители выразили огромную благодарность администрации города и руководству республики. В этом году впервые в истории города Якутска в школу Якутска идет свыше 5000 первоклассников, свыше 40 тысяч учеников в общем количестве школ. А всего лишь 5 лет назад, в 2011-2012 год, когда был учебный год 2011 года открывался, в школу города Якутска шло 33 тысячи человек. И вот за 5 лет, считайте, у нас 7 тысяч человек, школьников прибавилось. И для того, чтобы проблему эту решить, мы только за счет уплотнения школ, конечно, не можем. Это будет идти исключительно за счет строительства новых школ, дополнительных помещений, вот таких приобретений, реконструкция. И в этом отношении я благодарен руководству республики за ту поддержку, которую мы получаем. В этом году уже в рамках соглашения о государственно-частном партнерстве, которое заключено правительством, городом Якутском и компанией «Газэнергомонтаж», начнется строительство ряда социальных объектов, в том числе школа АИК, это крупные детские сады, другие социальные объекты.